твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. А на эту сцену я хочу пригласить с ее замечательным номером мою соведущую. Встречай, Ленуша! Аплодисменты! Спасибо всем артистам, которые сегодня выходили и выходят на эту сцену. Огромная благодарность всем гостям. Меня зовут Елена Бах. Мой творческий псевдоним – Ленуша. Я ведущая поэтесса, пишу стихотворения, прозу, репортажи. И сейчас я хочу поделиться частичкой души вместе с вами. Спешите любить. Спешите любить. Спешите мечтать. Верьте в чудо свое и умейте прощать. Улыбайтесь душой, доверяйте судьбе и несите добро всему и всем на земле. Дарите любовь. Она идет изнутри, если в сердце есть свет, ты других освети. Спасибо. Также недавно я ездила в путешествие, в поездку, и в поезде я написала такие строки, глядя на прекрасную матушку природу, нашу российскую. Стихотворение называется «Моя Россия». Поезд жизни несет меня к новым мечтам. Горизонты, как новые дали. Наблюдаю закат и новый рассвет. Все красоты России родные. Все поля и леса, облака, небеса, реки, степи, озера и горы. Ты прекрасна, страна, ты Россия моя, нет прекраснее тебя во всем мире. И следующее стихотворение называется «Жизни суть». Жизнь – это вечность в каждом мире. Люби всем сердцем, всей душой. Красоты мира уникальны, ты тоже часть вселенной, друг. Пусть трудности порой съедают, душа расстроена до слез. Проблемы временны, ты знаешь, ведь солнышко опять взойдет. Людей пороки многогранны, мы жизни суть поймем потом. Пройдя дороги и тропинки, упав не раз, опять встаем. Терпимей будьте и мудрее. Жизнь не вернешь уже назад. Цените время золотое, когда ты жив, здоров и рад. Спасибо. Ну что же, я хочу вам пожелать добра, мира и счастья. И, конечно же, поздравить с праздником. С праздником, какой у нас сегодня праздник? Конечно же, вера, надежда, любовь. И мать их Софья. Дорогие мои, с праздником. И пусть четыре ангела-хранителя всегда присутствуют в вашей жизни. Спасибо.